Ребята, всем доброго времени суток, с вами, как обычно, Орел, и сегодня я снова записываю для вас очередное видео-приглашение на битву с подписчиками. Битва будет в следующее воскресенье, это, по-моему, будет 7 февраля. Я, как обещал, буду проводить битву на своем основном аккаунте, это аккаунт Орел, звание генерал-лейтенант. И битва будет включать в себя звание, по-моему, с подполковника, да, не по-моему, а точно, с подполковника до командора. Я сейчас вам прям сюда где-нибудь вставлю картинку с всеми званиями, то есть будут участвовать подполковник, полковник, бригадир, генерал-лейтенант, генерал, точнее генерал-майор, потом генерал-лейтенант, потом генерал, маршал, фельдмаршал и командор. То есть генералиссимусы участвовать не будут. Считаю, что это довольно справедливо, поэтому абсолютно все, вот именно все, кто увидит этот ролик, неважно на каком сайте, на Ютубе или не на Ютубе, или где-нибудь ВКонтакте, без разницы, все, кто увидит, я приглашаю вас на битву с подписчиками, тем более, если у вас звание подходит по рангу, который будет установлен в этой битве, я думаю, вы получите огромное удовольствие, так же, как и я. Зашел в битву сейчас мой подписчик, я думаю, он гасить меня не будет, потому что я записываю просто видеоприглашение, и он вроде бы как в курсе. Кстати, вот тот, кто зашел, это, я так понял, какой-то номер сотового телефона. Если ты видео посмотришь, я тебя тоже приглашаю. Думаю, ты примешь участие. Так, подождите, я, кстати, какое-то задание выполнил. А, ну да-да-да, я собрал 5 ящиков двойной защиты. Приз 688 кристаллов. Ну смотрите, видите, я даже в приглашении на битву с подписчиками кто умудрился выполнить задание. Короче, ребята, объясняю вкратце. Битва также будет на 30 минут рассчитана, потому что предыдущая битва, которая была на маленьких званиях, это вот на сержантах, 30 минут, это, я считаю, прям довольно приемлемо было, то есть никто не устал особо, как раз все разыгрались, все поймали кураж, ну и так далее. В общем, думаю, что всем понравилось. Эта битва, соответственно, тоже будет на полчаса. Битва будет на карте Берлин. Карта вмещает себя, по-моему, в онлайне до 36 человек. То есть одновременно 36 человек смогут одновременно зайти в эту битву. И места уж, я надеюсь, точно всем хватит. Тем более с учетом того, что в комментариях к видео на битву с подписчиками, ну, на сержанте, было огромное количество комментариев с просьбой сыграть, точнее провести битву именно на основном аккаунте, на звании генерал, ну то есть вот на таких больших звонках, потому что также немало аккаунтов с большими званиями у моих подписчиков, и именно поэтому я решил следующий этап, второй этап битвы с подписчиками провести на таких звонках. Поэтому я надеюсь, все, кто это видео видит, все придут, я очень буду вас ждать, тем более предыдущая битва мне настолько понравилась, что я буквально вдохновился вот этим вот проведением подобных битв. И следующая битва, вот после этой битвы на больших званиях, будет также на средних званиях. Это, ну, лейтенанты там, уорант, офицеры и так далее. Потому что они тоже все хотят очень поучаствовать и под формат никак не попадают. У нас то на сержантах, то вот теперь на генералах. И обязательно я для вас проведу также битву на средних званиях. Поэтому, ребята, всех жду, всех, кто увидел битву, все приходите. Битва, напоминаю, будет 7 февраля, в следующее воскресенье, на 19 сервере в 16:00, как обычно. Поэтому всех вас жду, специально выбрал день воскресенья, потому что у всех будет выходной, чтобы у всех была возможность прийти, ну и, естественно, те, кто захочет. В общем, ребята, спасибо всем за просмотр, желаю вам, как обычно, здоровья, удачи, хорошего настроения. И всем пока-пока. До встречи на Берлине. Все идем на Берлин. 7 февраля. 16:00. 19 сервер. Пока-пока.